Здравствуйте, вы смотрите 7-й канал, в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Для стабилизации экономики Украины и ее банковского сектора будет достаточно 40 миллиардов долларов. Но для роста их не хватит. Такое заявление сделала министр финансов Наталья Ереська. По ее словам, со временем Киеву снова понадобится поддержка международных партнеров. Речь идет об инвестициях, которые могли бы поставить украинскую экономику на ноги. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения не отключил вещание цифровых каналов сети компании «Зионбуд». Она погасила часть задолженности. Напомню, ранее сообщалось, из-за долга концерн прекратит обслуживать передатчики провайдера цифрового телевидения по всей Украине, кроме регионов Донбасса, которые контролирует Киев. 8 мая в Украине будут отмечать День памяти и примирения по случаю победы над нацизмом в Европе и завершения Второй мировой войны. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Напомню, Кабинет министров не собирается отменять торжества 9 мая. Байкал теряет водные ресурсы. Уровень воды в глубочайшем озере планеты снизился до самой критической точки за последние 30 лет. Местные жители опасаются остаться без воды, а экологи переживают за экосистему Байкала. Об этом далее. Уровень воды в Байкале опустился на 6 сантиметров ниже критической отметки. Обмеление озера уже привело к проблемам с водоснабжением в нескольких близлежащих населенных пунктах. Специалисты опасаются, что маловодье нанесет вред экосистеме Байкала. Я думаю, что огромный урон идет для экологии, потому что если меняется уровень воды, меняется полностью растительность, и флора, и фауна, все идет изменение, потому что если раньше такого не замечалось, то, что уже было создано естественной природной средой, да, то сейчас идет глубочайшее нарушение, и вот эта естественная среда, она меняется, и неизвестно еще, каким последствиям она все это приведет. Ученые и экологи говорят, на обмеление Байкала повлияло как засушливое лето, так и растущее потребление водных ресурсов озера Иркутской ГЭС. Приток в 2014 году был примерно 2/3 от нормы. Естественно, это не позволило наполнить Байкал до тех отметок, которые обычно были в предыдущие годы. А с сентября уже началось снижение, и поэтому уже осенью стало ясно, что отметка 456 будет преодолена, имеется в виду в нижнюю сторону. Научный сотрудник Лимнологического института не видит большой угрозы для Байкала из-за снижения уровня воды. В истории водного режима Байкала, в истории экосистемы Байкала были и более значительные колебания, тем более они были уже после того, когда уровень Байкала стал зарегулирован плотиной Иркутской ГЭС. Эксперты ожидают, что воды Байкала начнут увеличиваться в объеме только в конце апреля или середине мая вместе с таянием льдов. Между тем, ряд ученых и экологов критикуют решение российского правительства позволить Иркутской ГЭС использовать водные ресурсы Байкала во время его обмеления. В Бурятии уже жалуются на сокращение популяции рыб, которая влияет на рыбную промышленность региона. Кроме того, по мнению экологов, маловодье Байкала приведет к более частым лесным пожарам. А тем временем в Западной Австралии спасали стаю из 20 гринд – черных дельфинов. В операции участвовали сотрудники служб защиты диких животных, а также местные серферы и отдыхающие. Гринд вызволяли несколько часов. Некоторых удалось оттолкнуть или отбуксировать на глубину. Позже их видели уплывающими от берега. Обычно, когда такое случается, то сложно сразу собрать команду и прибыть на место. А здесь все сложилось очень удачно. На месте было много людей. 12 животных спасти не удалось, несмотря на все усилия. Их туши вытащили на берег, чтобы позже похоронить. Побережье осмотрели самолетов. Других выбросившихся гринд не обнаружили. Ученые по-прежнему затрудняются ответить на вопрос, почему морские млекопитающие устремляются на сушу. Предполагается, что на это влияет несколько факторов. Среди них нападение хищников, изменение уровня воды во время приливов и отливов, использование гидролокаторов или другого акустического оборудования, природные катаклизмы и геомагнитные аномалии. Это были все новости на данный момент. Больше информации в итоговом выпуске. До встречи в эфире.